Маленькие гусары, снежинки и принцессы водят хоровод вокруг новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами. Обычный праздник для необычных детей. Особенных гостей во дворце сегодня было 250, что важно. К праздничной елке они добрались без проблем. У крыльца детского и юношеского творчества заранее установили пандус. Госадминистрация посчитала нужным в первую очередь оборудовать пандусом именно дворец детско-юношеского творчества. Потому что именно здесь дети с ограниченными возможностями могут свой досуг провести, приходить, организовать. Поэтому пандусы, которые сделал Тирастеплоэнерго, на сегодняшний день соответствуют нормам и подходят для наших детей. Преодолеть ступеньки детям помогали волонтеры-спортсмены. Ну а танцевали, взявшись за руки. Вместе и огни на елке зажигали. Елочка наша! Чудом для детей стало и появление снежной королевы. Сегодня она была на высоте, в прямом смысле. Было страшно за гимнастов. Почему? Потому что они так высоко поднимались, и было страшно за них, чтобы они не упали. Мастера спорта внизу, крепкие парни держат. Когда нам предложили сделать номер определенный, такой эффектный, как появление снежной королевы, мы решили взять лучших спортсменов и кое-что сотворить такое интересное, если вы обратили внимание, необычное. Хотели удивить. И удивили. За трюками акробатов дети наблюдали с восторгом. Новогодние хороводы сегодня водили не только в столице. Президентская елка для особенных детей состоялась и в Каменке. Мне очень праздник понравился, было очень весело. Мы много играли, танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой. Самое заветное желание в этом году – быть здоровой, активной и быть наравне с другими моими сверстниками. Также хочу пожелать здоровья всем другим ребятам, чтобы они не испытывали жизненных трудностей. Кстати, на днях в Каменке зажгли огни на главной ели. Ярким украшением праздника стал театр ростовых кукол и парад Дедов Морозов. Так много Дедов Морозов вместе я никогда не видела. Праздник получился веселый, задорный. А в Дубосарах подготовили настоящую сказку. Чтобы не оказаться в ледяном царстве, нужно было веселиться и смеяться. И здесь с этим справились. Мне понравилась елка, это во-первых. Во-вторых, вот веселье, музыка нравится. Чувствуется предновогоднее настроение. Спасибо большое, что организовали такой праздник для деток. Ну и для нас, конечно, все ждут чуда, несмотря на возраст. О своем приближении Новый год напомнил и Григориополю. Там тоже прошло театрализованное представление. А в Бендеры Дед Мороз со Снегурочкой приехал на санях, несмотря на отсутствие снега. Раз, два, три, и вот уже вся площадь светится огнями. Очень хорошее праздничное настроение, очень красиво украсили площадь, молодцы. Много новых конструкций, которых раньше не были. Очень приятно, спасибо городу. Новый год все ближе, и если праздничное настроение задержалось, советуем поторопить его прогулкой по городу. От Каменки до Днестровска. Новогодняя красота сейчас повсюду. Праздник к нам приходит.